седым столбом изо всех окон квартиры первого этажа. В подъезде уже нечем дышать. Эти кадры снял один из очевидцев пожара в 247-м доме по улице Тухачевского. Ларисе Трупицыной АЧП по телефону сообщила дочь, которая оставалась в квартире с годовалым ребенком. Она говорит, мы задыхаемся, полная квартира дома, живем на втором этаже, выйти мы не можем, ребенок маленький. Надежда Князева живет на четвертом этаже. Говорит, что выбраться из квартиры через подъезд не получилось. Мы зашли в дальнюю комнату, открыли окно, и у нас, я говорю, вода в комнате случайно оказалась. Приготовили на дачу поехать, я хотела завтра. И вот этой водой вот мочили рот. На место выехали 5 пожарных расчетов. Сотрудники МЧС эвакуировали 2 женщин, живущих на третьем этаже, и еще одну на пятом. Большое количество дыма, значит, подъезд задымленный, проводили проверку наличия людей в квартирах, как бы с использованием средств защиты органов дыхания. Несколько человек отправлены в больницу. Ларисе Даниловой оказали медицинскую помощь, но от госпитализации она отказалась. Женщина находилась в квартире, когда там начался пожар. Произошедшим она винит собственную дочь. Пьяная каждый день. Немножко неадекватные. Любитель литрбола. Ну, выпить, я имею в виду. 33-летняя Ирина скончалась на месте, а ее 3-летний сын умер в карете скорой помощи. 8-летняя дочь погибшей во время пожара гуляла во дворе.